Sveiki gyvi, mėlyjei mūsų klausytojai, čia Audrys Antanaitis, laida Mes ir jie. Laida remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas, o mes tęsime pokalbių ciklą Sankt Peterburge. Jau sunku ir pasakyti kelintas iš eilės, tai yra mūsų pokalbis, tačiau neskaičiuje esmė. Esmė yra pokalbio turinyje ir aš tikiuosi, kad štai šis dabartinis pokalbis bus taip pat turiningas ir įdomus. Mūsų pašnekovas Vladislav Šimkūnas, dobrai večer, Vladislav. Ir šį kartą мы будем говорить через переводчика не потому, что мы не понимаем друг друга, а потому, что все-таки закон о государственном языке так уж нас обязывают. Хорошо. Mes kalbėsim su vertėjo pagalba не dėl to, kad negalim susišnekėti lietuviškai, o dėl to, kad norime, kad transliacija būtų lietuvių kalba, jog mus tai pareigoja valstybinės kalbos įstatymas. Ponas Vladislavai, jūsų pavardė yra visiškai lietuviška, tai iš karto patenkinkit mūsų smalsumą. Ar jūs turite lietuviško kraujo, arba kokie jūsų ryšiai su Lietuva? Na, negali būti, kad Šimkūnas būtų ne lietuvis. Господин Шимкунас, ваша фамилия литовская, звучит по-литовски, так что нам очень интересно, не смогли бы вы объяснить, почему фамилия литовская, а вы говорите, что вы не литовец. Дело в том, что в 1935 году, когда мои родители бежали из Белоруссии в Санкт-Петербург, их таких белорусов было много, а мои родители были, оказывается, поляками, я об этом узнал только очень поздно. Они заменили фамилию Шимкун и добавили Шимкунас. Полякам было очень тяжело в 1935 году, и поэтому они предпочли литовскую фамилию. Единственное, что, в принципе, связывало меня в детстве с Литвой, это то, что мой отец Юзек, а мать у меня была Евдига, отец говорил, что его литовскому языку учила бабушка. Но, к сожалению, получилось так, что отец так и не научился говорить по-литовски, но иногда ругался по-литовски. Ir bobutė vis dėlto mokėjo lietuviškai. Tai mano tėvai 1935 metais bėgo iš Baltarusijos ir mano tėvo pavardė buvo Šimkun, tačiau pridėjo galūnę as ir dabar jinai skamba lietuviškai pavardė, o mano tėvas sakė, kad jo močiutė kalbėjo lietuviškai ir dar mokė kalbėti lietuviškai. Ponas Vladislavai, tai jūs visą gyvenimą gyvenate Sankt Peterburge, esate šito miesto gyventojas ir jaučiatės neatskiriamą jo dalimi. Вы все время живете в Петербурге, в Санкт-Петербурге и чувствуете себя петербуржцем и неотделимой частью этой петербургской культуры. Вы срослись с этим городом. Вы совершенно правы. Дело в том, что я образование получил, воспитывался здесь, в Санкт-Петербурге, и закончил университет в Санкт-Петербурге. И, в принципе, конечно, культура, русская культура мне близка. Единственное, что была... Да, пожалуйста. Jūs teisus, aš čia įgyvau išsilavinimą, mokiausi vidurinėje mokykloje ir aukštojoje, ir iš tikrųjų man Peterburgo kultūra yra labai artima, aš ją iš tiesų augau. Но для меня был, конечно, до тех пор, пока я не узнал, что я не литовец, а это было в начале 90-х годов уже, только уже в последние годы жизни моя мать сказала мне, что мы не литовцы, мы поляки. Iki to laiko, kol aš nesužinojau, kad aš ne lietuvis, nes man motina pasakė, kad mes esam Lenkijoje ne lietuviai tik pabaigoje 90-ųjų metų, iki to laiko aš maniau, esas lietuvis. Но к тому времени я уже был членом общества литовской культуры, и моя дочка играла на теннисных соревнованиях в Литве с помощью телешки. Она играла в большой теннис в Каунасе. Aš jau buvau įsijungęs į lietuvių kultūrinę veiklą, buvau lietuvių kultūrinės bendruomenės narys ir mano dukra taip pat buvo įsijungusi į šitą veiklą, jinai žaidė didįjį tenisą už komandą, kuri vadinasi... Už kokių komandų įgrojo?
она играла, и было специальное приглашение Тилишке, чтобы мы могли приехать в Каунас на соревнования. Было Тилишке с другие спасибо. Тилишке с другие с Варжибоса Кауне Далибан. И тем более, что все отпуска мы проводили в Игналине, в Палуше, около озера Лушань. Саво, то, что мы снова отправлялись до Игналина, я Палуше, при Луше озеро. И в 92-м году я решил, что неплохо было бы выучить литовский язык, и нашел возможность, я как раз тогда был безработный, и я нашел возможность поехать в Литву и учил литовский язык на кафедре славистики Вильнюсского университета. Это было всего-навсего полтора месяца, но я благодарен русскому, а русский был, Сергей Темчин. Сергей Темчинас, это нынче, наверное, профессор, уже знаменитый человек, очевидно, в Литве. Некоторое время я с ним поддерживал отношения, учитывая то, что я филолог, я... Pas tuo metu dėščiusi lietuvių kalbą rusą Sergei Temčiną, kuris dabar jau matyt užima ten labai svarbios pareigas universitete. И как филолог по образованию, я понял, что литовский язык можно выучить за 2,5 месяца. Aš, būdamas filologu, tada patyriau, kad lietuvių kalbą galima išmokti per 2,5 mėnesių. Для того, чтобы говорить... понимать и говорить на самые общие темы. Я это видел лично и кое-что воспринял, и моя дочка учила по принципу, который предложил господин Темчин, английский язык. Pono Temčino pagalba, iš tikrųjų, mes pramokome kalbą taip prie 2,5 mėnesio, kad galėjom kalbėti bendriausiomis temomis ir mano dukra taip pat pasimokėsi tuo pačiu metodu pagreitintų anglų kalbos. Так что вот так складывалась ситуация, значит, у меня в отношениях с Литвой. Что это им сусеклось, мано сантики с Литва? И визалто отъел лейкас, когда юс супратоте, кад юс несете литовец, и кад юмс реки обсиспряст. Ар было кашкокс обсиспряндимо моментас, ар не галвоете кейсти повардес, и ка пакейте, кад юсу мама пасаке, кад юс несете литовец. Кас пасикейте? Что изменилось после того, когда вы услышали от своей мамы, что вы не литовец? Нужно было какие-то принимать решения, что-то в чем-то определиться в себе? И как вы чувствовали себя? Нет, я чувствовал себя очень хорошо, потому что у меня к тому времени было очень много друзей уже в том обществе, которое я помню и членом которого я до сих пор себя считаю. Это было самое первое общество, которое создавало Юрати Лучутин, а потом, значит, Барчкуте, и, значит, и потом, я сейчас уже не помню, кто еще, но я именно тогда принимал самое активное участие в деятельности общества, включая и строительство этого помещения. Aš buvau jau tada įsijungęs į lietuvių bendruomenės veiklą, bendruomenės, kuriai tuomet vadovavo Juratė Laučiūtė. Ir tikrai aš jaučiausi puikiai ir tai, kiek supratau, tai nieko nepakeitė labai šitas ir mūsų žinia. Ir mūsų aktyviai dalyvavo bendryje ir kartu kūrinčios lietuvių namų. Kroje visio pročiojo, отношение ко мне окружающих ничуть не изменилось. Я был знаком с большим числом политиков. Я был помощником одного из депутатов первого Ленсовета. Помогал Соединенным Штатам в программе American Volunteers for International Development здесь, в законодательном собрании. И, в общем, меня все воспринимали, я всех воспринимал совершенно нормально, никаких, как сказать, никаких извинений в моем понимании ситуации не было, потому что я всегда был настроен гуманитарно. Меня интересовало больше помочь людям, чем я занимался и в обществе, в общине, нежели лично продвигаться или как-то использовать людей
для реализации своих каких-то целей, политических или общественных? Нет, tai nieko nepakeitė mano gyvenime, nes iš tikrųjų santykiai su žmonėmis buvo labai glaudus ir nusistovėję kultūriniam lygmenį, ne kokios nors politiniam ar kitam, tai iš tikrųjų tie santykiai liko tokie patys ir aš kažkokių ypatingų pastangų arba kažko keisti neturėjau, kai sužinojau, kas aš esu nelietuvis. Vladislavai, mes dabar daugiau mažiau su jumis susipažinome. Ir supratome, kad vis tiek jūs mylite Lietuvą, jūs dalyvaujate lietuvių bendruomenės veikloje, jūsų močiutė, mamos močiutė turbūt mokėjo lietuviškai, tai irgi daug ką pasako. Tai dabar mums tiesiog būtų įdomu išgirsti jūsų vertinimus apie santykių, tarkime, tarp Rusijos ir Lietuvos dinamiką nuo 90-ųjų metų. Вот в связи с тем, что, о чем мы говорили, что все-таки ваши связи с Литвой, они уже настроены не изменились с этих времен, когда вы, хотя и узнали, что вы не литовец, но ваша бабушка говорила по-литовски. Как вы сейчас смотрите вот на положение дел между Литвой и Россией, в частном случае с Петербургом, не изменилось ли отношение между литовцами и русскими после 90-х годов, когда Литва как бы в другую сторону пошла, в запад? Нес было без этого два лужи. Вена служит 90-е годы, и кита служит преж пора мяту, просидею рейшум с женомой с Украиной, с Великой, с этой тоже. Да, были два таких переломные момента. Это 90-е годы, и вот сейчас, буквально несколько лет тому назад, когда вот это геополитические пути разделяются Литвы и России, не чувствуете вы ли, пребывая здесь, вот каких-то напряжений или разрыва отношений между Литвой и Россией? Ну, вот эти юсу. Да, ваше субъективное чувство. Мое субъективное чувство, по правде говоря, я... Когда читаю в очередной раз заявление госпожи Грибаускайте, я восторгаюсь этим человеком. Mano subjektyvi nuomonė yra tokia, kai paskutiniu metu aš seku, skaitau spaudą ir skaitau pareiškimus Grybauskaitės, aš žaliuosi šito žmogumi. Дело в том, что она говорит правду. Reikalas tame, kad jis sako tiesą. Это то, чего мне говорят здесь в России официальные лица. Ты, ко не сако некас, че Руси некас, еще официально смену. И я думаю, что не только я один так оцениваю ситуацию, потому что это можно увидеть в тех стенограммах, которые опубликованы в проекте, которым я уже занимаюсь примерно 16 лет. И этому проекту последние 8 лет помогает Генеральное консульство Литовской Республики. Aš manau, kad не aš vienas taip vertinu ситуацию, ir tai matyti iš tų projektų, kuriuose aš dalyvauju jau beveik 16 metų stenogramų. Дело в том, что в этом проекте собирается огромное число, но будем говорить, огромное для проекта, может, где-то слишком сказано, но с точки зрения интеллектуальной собирается очень большое число очень порядочных людей, которые относятся к Литве очень хорошо, и в этом проекте участвуют даже те депутаты Ленсовета тогда еще, которые лично принимали участие, приезжали в Литву в те страшные дни и поддерживали. Šitame projekte yra įtraukti labai svarbus asmenys ir jie dalyvavo jame tais laikais, kai Lietuvai buvo sunku ir jie buvo, tie žmonės dalyvavo taip pat, Lietuva buvo atvažiavę, kai Lietuva išgyveno savo sunkias akimirkas ir dėl to aš labai gerai žinau padėtį. Я думаю, что в тех текстах мне трудно давать какие-то оценки, потому что в тех текстах, которые опубликованы в интернете, содержится самая искренняя информация профессоров, политиков
людей, которые, некоторых людей, которые являются членами президентской общественной палаты по правам человека. Два человека, это госпожа Евдокимова и госпожа, может, вспомните потом чуть-чуть. Хорошо. Угу. Так. Значит, то есть в проекте участвует такое количество людей, которые позволяют понять, о чем думают современные, цивилизованные, в отличие от тех нецивилизованных, которые пропагандируют невежество на каналах телевизионных в России. Это совершенно другие люди, это совершенно порядочные, совершенно цельные личности. По проекте шиме dalyvauja tokie žmonės, jie taip gerai susipažinę su realia situacija, kad leidžia mums suprasti, kokia iš tikrųjų yra padėtis, skirtingai negu pateikiama žiniasklaidos priemonėse ir masinėje informacinėse šaltiniuose. Ну, я ответил на вопрос, нет? Да, вы ответили на вопрос, что все-таки про информацию, что она довольно-таки плоская, односторонняя. И чем вы это объясните? Идет ли тогда тотальная информационная война? Или вообще-то в современном мире, в котором много векторов силы, это нормальная ситуация? Jūs atsakėte į klausimą, tačiau kaip jums atrodo, žiūrint iš to taško, ar vyksta informacinis karas dabar tarp mūsų Lietuvos ir Rusijos, ar vis tik tai yra na, tokia normali padėtis, kai yra nuomonių įvairovė? Kai moki kalbą, tiesiog sukeiti vertimo, irgi vertimo kryptis, nes rusiškai uždavė klausimą. Dėl to, što tradicionno речь идет всегда об отношениях между государствами, когда заходит разговор на такую тему. Но дело в том, что для цивилизованного человека Российская Федерация так и не стала государством. До сих пор Российская Федерация находится в транзите, в переходном периоде. Reikalas tas, kad čia, aišku, į pirmą planą iškyla santykiai tarp valstybių. Tačiau civilizuotam žmogui iš tikrųjų aiškiai matyti, kad Rusija taip ir netapo valstybė, jinai yra tarsi tranzite, tarsi kelyje dar į valstybę. И суть в том, что в Российской Федерации так и не было конституционного собрания, которое должно было бы быть в начале 90-х годов. И конституция, которая была принята, она была принята референдумом, а не конституционным собранием. В этом одна из самых больших политических проблем. Aš manau, kad yra ta didelė politinė problema Rusijoje, kad konstitucija buvo priimta referendumu, o ne konstitucinio susirinkimo jinai buvo priimta. Ir tam yra didelė problema. Например, в Тунисе этот конституционный процесс в новое время прошел от и до. Pavyzdžiui, Тунисе šis konstitucinis procesas praėjo visiškai kitaip, sklandžiai. И став Российская Федерация, став преемником СССР, восприняла все то плохое, что было в СССР. Rusijos federacija tapusi Sovietų Sąjungos teisių perėmė ir visas tas blogybės, kurios buvo Sovietų Sąjungoje. Так тапо то, кто был СССР. Ты. Поэтому ожидать от политики внешней и внутренней Российской Федерации каких-то конструктивных, позитивных решений сейчас не приходится. То дело, что не сидите уж Российской Федерации с политику, какой-нибудь конструктивный спринтим. Что касается украинских событий, то я думаю, что это была самая большая ошибка президента России. Jeigu kalbėtumėme apie Ukrainos problemą, tai aš manau, kad tai buvo pati didžiausia Rusijos prezidento klaida. Не, не опасно так говорить сегодня? Ar nepavojinga taip kalbėti šiandien Rusijoje? Дело в том, что
Я достаточно свободен и могу себе позволить это в связи с тем, что средств давления на меня, кроме как уничтожить, нет. Aš jaučiuosi pakankamai laisvas žmogus, nes nėra man jokių poveikio priemonių išskyrus, nebent mane tik tai gali kas nors sunaikinti. Проект, которым я занимаюсь, он никак не связан с государством. В нем нет денег, в нем нет руководителей, в нем нет штаб-квартиры, в нем нет планов работы, в нем нет ничего. Проектas, kuriuo aš užsiimu, jis niekaip nesusijęs su valstybe. Jame nėra pinigų, jame nėra planų kažkokių valstybinių. Ir aš jaučiuosi pakankamai laisvas. Nu, может быть, есть интернет-сайт? Интернет-сайт есть, да. Какой? Галбūt yra interneto svetainė. Адрес интернет-сайта, net. Интернето svetainės адресas yra net. Conf. 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 Org. Net conf. Org. Org. Dash here. Net. Tashkas. Dash. No, no, no. Не внизу, а вот здесь. Балово. Org. Я вам дам визитную карточку. Net.org. Так, и потом мы сможем ее показать. Да, пожалуйста. Вы упомянули, что все-таки Россия есть в транзите. Куда-то она движется. В какую сторону? И куда Русия юда Русия, и вы сказали, как на дальней Валестиве, это по келю. На одной из конференций на факультете международных отношений Санкт-Петербургского университета в 2003 году я предположил, что она движется к национал-социализму. В одной из конференций университета аж išsakiau nuomonę, kad Rusija vis tik juda į socializmo pusę. Национал-социализмo kryptimi. И сейчас фактически этот проект реализуется, и мы являемся свидетелями того, что реально происходит в России. Aš manau, kad dabar tas projektas ir yra vykdomas, ir mes esame gyvi liudininkai to, kad tai vyksta dabar. Чем это может кончиться? Тем, что 38? Kuo tai gali baigtis, taip kaip baigėsi 1928 metais? Я думаю, что ближайшие, может быть, год-полтора, они покажут, как будет развиваться ситуация. Но на некоторое время из этой ситуации есть выход. Per artimiausius metus, pusantrų metų, paaiškės, kur link juda visi reikalai, tačiau manau, kad yra iš šitos padėties išeitis. Kakui? Okay. Это децентрализация, которая наметилась, например, в деятельности Центрального банка России. Это децентрализация, которая посреждена Центрального Русского банка в Иклое. Дело в том, что возможности управлять огромной финансовой структурой из Москвы, такой возможности у них нет. Reikalas tame, kad iš Maskvos valdyti milžiniškas finansinės struktūras galimybių nėra. И они создали под федеральный округ и под центральный округ России главное северо-западное главное управление Банка России. Ir jie sukūrė šalia centrinio ir federalinio banko šiaurės vakarų apskrities srities, sakysime, banką. Šiaurės vakarų apskrities banką. И по центральному федеральному округу, то есть решили наладить контроль за всеми участниками финансового рынка на базе федеральных округов. И я полагаю, что рациональный выход из этого положения – это использование федеральных округов. В том случае, если этого не произойдет, я думаю, что это будет настоящий, это будет диктатура. Пожалуйста. Taip, tai tas decentralizacija finansų srautų valdymo yra išeitis, kad reikalai galėtų eiti gerai pusę, jeigu tai neįvyks, tai bus katastrofa. Владислав, вы сказали, что да, Украина была ошибка президента России, но сейчас есть и другой вектор или другое поле сражения, это Сирия, Ирак и исламское государство.
И Россия тут идет уже, ну как, в одной стороне баррикады с западными странами. И не будет ли это реабилитация, скажем, России, и может быть шанс опять все-таки войти в демократический такой мир? Сейчас, когда конфликт происходит... Dabar, kai vyksta konfliktas su islamo valstybe, Rusija ir vakarų šalys yra vienoje pusėje. Ir ar tai gali būti taip, kad Rusija vis tik pereis į vakarų pusę ir reikalai judės tą demokratijos kryptimį? Я думаю, что из этого... Из этого тупика такого рационального выхода нет. Я очень хорошо отношусь к мусульманам. Я помню и видел сам, как они молятся около мечети. Aš labai gerai vertinu musulmonus, aš mačiau, kaip jie meldžiasi šalia mečečių, bet manau, kad iš šito politinio aklygatvio išeities lengvos nėra. Я всегда встречал только уважение к себе, как иногда человеку старшему по возрасту от мусульман, с которым я общался. То, что происходит с террором, который радикалы навязывают, это, конечно, очень печально, и с этим надо бороться. Aš visada gerai vertinau musulmonus, jie rodo didelę pagarbą garbingiems žmonėms, garbingams žmonėms, tačiau tai, kas vyksta ten islamo valstybėje, žinoma, tai yra teroras, su kuriuo reikia kovoti. Но я думаю, что и без Российской Федерации мировое сообщество совершенно спокойно сможет справиться с ИГИЛ. Aš manau, kad be Rusijos Federacijos pasaulinė bendruomenė gali sutvarkyti su šita problema. И идет, происходит драматизация как событий на Украине, так и драматизация событий в Сирии, для того, чтобы отвлечь от проблем, которые существуют в России. Dabar, aš manau, kad specialiai yra vykdoma dramatizacija to, kas vyksta Ukrainoje ir tai, kas vyksta Sirijoje, tam, kad būtų nukreiptas dėmesys į šalį nuo problemų esančių Rusijos viduje. Спасибо вам, Владислав, за наш сегодняшний разговор. Я восхищаюсь с вами на конкретные вопросы, вы дали конкретные ответы без всякого сомнения и страхов. Ponas Vladislavai, ačiū Jums už labai dalykišką pokalbį. Jūs davėte labai konkrečius atsakymus į mūsų klausimus ir už tai mes esame labai dėkingi. Желаю Вам успеха и здоровья. Спасибо. До свидания. Сэкмес и свейкатус. Будьте свейкас. Viso gero. Ir primenu, kad mūsų laidos mes ir jie svečias buvo Sankt-Peterburge gyvenantis Vladislavas Šimkūnas. Laida mes ir jie remiama Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondo laidos vedėjas Audrys Antanaitis. Iki.